Так, ну вроде бы эфир пошел. Да. Так, всем привет. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я наконец-то выйду в прямой эфир. Игра Euro Truck Simulator 2 будет. Злой геймер, привет, привет. Euro Truck Simulator 2, карта ProMods 2.5. Что-то решил постримить эту карту. Вообще давно уже не стримил. Вот. Вообще ничего не получается. Я вообще молчу про вину. Видосы еще как, хоть как-то делают. То есть там раз пару дней. А вот стримы вообще, ну, не знаю, блин. Все с этим сложно как-то. Вени Макар, предыдущего стрима. Привет, спасибо. Так, ну что, попробуем завестись. Начинаем движение. Заводимся. И потихонечку поехали. Блин, вроде бы учеба закончилась, да, еще летом. А времени еще меньше на YouTube стало. Даже не знаю, блин. И вроде ж ничего такого нету. Ну, как бы я работаю, да. Вот. Ну, два дня выходных в неделю, это, конечно, такое себе. Взял грузик я из, короче, из города Росток в город Гронинген, что в Голландии находится. Даже не знаю, блин, что-то вообще, вот тоже говорю, тоже работаю, блин, но я ж работаю по 12 часов. То есть, если бы я хотя бы там, ну, по 8 часов бы работал, что, ну, практически нонсенс в моей работе, 8 часов. Вот, то есть, да, вот как раз вот 8 часов, да, вот вечером приходил бы, еще, может быть, хоть как-то там видосик бы даже бы успевал что-то делать. Но, опять же, и видосы вот даже нечего снимать, больше нечего снимать, вот вообще идей нет просто. Вот. А тут еще и такой этот самый, как его говорится, такое ограничение по времени жесткое. То есть, ты работаешь, потом у тебя выходной, вот. Да, вот как-то непривычно. Да вот, допустим, у меня сегодня выходной, завтра выходной. Я сегодня вот проснулся, блин, думаю, блин, я ж на работу, а потом думаю, блин, я ж сегодня выходной. Стою на часы, блин. Думаю, дальше буду спать. 10 часов, 11 часов, 12 часов. Разбудили меня звонком. А я такой сплю, блин, вставай, чувак, тебе ютубом надо заниматься. Потом думаю, да нафиг оно мне надо, типа. Поваляюсь, блин, так вообще лень было сегодня вставать. То ли после выходных, так я просто высыпался, то ли что. Вот, короче, в два часа вылез с кровати, блин. Вот это пока то, пока все, пока поел, пока то, все. Тут уже 4, там видосик по-быстренькому сделал по АТС-1.39. Вот, уже и 7 часов, блин. Тут еще и понял, что надо стрим делать. Алихан, привет. Я даже на онлайн не рассчитываю вообще. Да у меня вообще онлайн упал. Короче, ребят, чтобы заниматься ютубом, надо 24 на 7. Чтобы там более-менее какой-то актив был и так далее. Это просто нереально, блин, совмещать работу и ютуб. Это либо, я не знаю, нужно первое время работать, да, чтобы денег как-то заработать. А потом, типа, увольняться с работы, потом заниматься ютубом время, да, какое-то, пока не закончатся деньги. А потом опять идти работать там, да, накапливать деньги, потом опять бросать работу, потом опять ютубом заниматься. Ну, это такое, конечно, и сменки эти. Так я уже работаю 2 года в компании, и как бы, ну, блин, и зарабатываю хорошо, и как бы есть деньги, вот, и увольняться не собираюсь, даже не планирую пока что. Просто да, единственное, что вот это вот работаю по 12 часов. Вот, так вот, практически считайте. Даже, если видос спилить хотя бы, то только ночью аж. Где-то в 12 час ночи, где-то так вот. Че, у нас тут авария произошла какая-то. Илья, привет. Привет, хорошего рейса, Андрей. Привет, спасибо. Я же последний раз стримил, не помню, когда. Я даже не помню, когда я последний раз стримил.
Но неделю назад точно... Не, подождите, слушайте, я не знаю, когда я последний раз стримил. Последний мой стрим, что я помню, это был АТС. Да, как раз на прошлой неделе, где-то вот, да. Где-то на вот тех вот выходных, когда у меня они... Ну, у меня, получается, были как? Один день выходного, потом опять я работал, потом опять... То есть, не 2 дня подряд, да, а один, потом работал, потом опять один день выходного. Так что такие вот дела. Блин, как у нас там на мосту такое движение идет. Ничего себе, как там летают. Слушайте, я так давно в Промоте не был, блин. Обалденная вообще карта и перестройка вот эта вот очень здесь красивая. Но правда с графикой здесь что-то вот беда какая-то. Вот Натаралюкс у меня сейчас стоит, а текстурки особо нормально не грузятся. Блин, да что ж такое, а? Опять у нас какая-то авария случилась. Что ж сегодня за день такой? Ничего себе, блин. Привет, не подскажешь, я скачал мод на грязные прицепы, а что надо закидывать папку мод, Александр? А там только один файл. Ну, SAMS, да? Ты зашел, заходить не надо. Ты меняешь просто название SAMS, в конце пишешь SKS вместо ZIP или что-то там. Вот, я тоже самое заходил, и там куча папок. Потом я просто поменял значение SKS. Ну, в конце там ZIP, по-моему, было мне написано, или RAR. Вот, я просто убрал то и написал после точки SKS. И все, у меня подключил в игре, все заработало. Такое бывает, что нужно вот так вот прописывать. Любэк, ну да, вот где-то что-то тут есть. 25 километров. Флэш, ура, стрим дождались. Ух ты. А, слушайте, это же новое обновление. Это не только в Украине, слушайте. Здесь же еще Украина есть. Вот, и там, когда я ну, обзор был по Украине, по промоции, я когда заезжал на новой территории, вот, допустим, да, вот был в Ужгородской, вот, в Закарпатской области, так не лагай ты, блин, ты тот... Держитесь Я правее. люблю, когда моды так Затем лагают, съезд справа. когда у тебя компьютер RTX 2060, супер, оперативки до хрена, блин, а процессор Съезд мощный, справа. а ETS-ка зависает. Ищу новый Ой, маршрут. ё-моё, я еще не туда поехал. Иван включая, где путь проходит? Так где-то в Северной Германии мы сейчас. Проезжаем. А едем мы в Голландию, в Гронинген. И сейчас мы едем непонятно куда сейчас. У нас поменялся маршрут капитально, кстати говоря. Мы сейчас едем практически, грубо говоря, даже на север сам. Туда же, ближе к Дании. Ну, объезд получается такой. Фигово, конечно. Вот видите, что бывает, когда не туда поедешь. Я и забыл, что здесь такие развязки были. Россия есть, да, Россия есть. Так вот, когда ты проезжаешь вот там Ужгородская область, да, ты заезжаешь на новую территорию, там тебя приветствуют, что ты во Львовской области. Потом ты в Волынскую область заезжаешь. Ну, это реально было круто. А оказывается, оно по всей этой, по Моце сделали, оказывается, по всей. Ну, я не знаю, прям вся карта или нет, но вот только что я увидел, что я въехал в какую-то новую, ну, в другую область. Наше что-то начинается. Габаритные грузы? Нет, сегодня нет, Флэш. Да нет, какие габаритные грузы, ты что? Сегодня просто обычный стрим. Покатушки, не знаю, просто эти грузы перевозить в этом грязном полуприцепе и все. На больше меня не тянет. А нас, блин, а завтра я не знаю вообще. Это сложно как-то все это дело. Завтра я не знаю, будет у меня что-то или нет. Хз. У меня завтра планы, блин. Я не знаю, блин. Просто так не хочется бросать этот, ну, как бы YouTube. Я как бы и компьютер хороший купил, и руль купил хороший игровой. Вот. Ну, как бы, блин, что, деньги есть. Двигайтесь прямо. Вот. Просто так не хочется бросать.
Ну, блин, если буду заниматься, то, блин, раз в неделю видос, там, два видоса в неделю, как бы, там, стрим какой-то, там, в раз в неделю, ну, такое, конечно, себе. Ну, да и, по сути, сейчас, в принципе, нечего снимать такого. Вот. Разве что новые игры. Но, опять же, чтобы новые игры снимать, мне надо больше свободного времени, которого у меня, к сожалению, практически вообще нет. То есть, если есть, то только выходные. И то, опять же, выходные я уделяю просто вот тому, что я вот видос снимаю, стрим делаю. Это мне вообще повезло, что у меня нет никакой личной жизни. Вот, если бы я не представляю, если бы у меня была личная жизнь, я не знаю, как бы я ютубом занимался. Вообще, наверное, не занимался им бы. Вообще. Даже и не смотрел бы на него. Хрен его знает. Как-то я все думал, блин, будет... Ну, я думал, что после учебы вот буду совмещать работу, а нифига подобно. FS19, ок, привет. О, наконец-то стрим, привет, Алекс, привет, Олег. Приготовьтесь к повороту налево. Так, Россию, про Россию я, по-моему, ответил. Есть Россия, но небольшая. Поверните Это с налево. учетом DLC Балтика и так далее. Да, блин, обожаю просто. ЕТС-ка лагает, ребят. Комп за... сколько в рублях? 100 тысяч рублей? Комп лагает. Ой, ЕТС-ка лагает. Как вам такое? Ну, в рублях на то время было 100 тысяч рублей. Это в мае было. Держитесь То есть левее, 30 тысяч затем гривен. поверните налево. ЕТС-ка лагает. Ну, понятное дело, это моды. То Поверните есть... налево. Это абсолютно нормально. Я же говорю, ETS-ки пофигу, хоть о ком. Хоть RTX 2080 Ti, или там самое последнее, 3090, да, ему, ей будет пофиг. Все равно ETS будет лагать. Видите, вот какое небо. Нечеткое, вот именно в промоутс. Такая фигня. Потому что, наверное, своя погода здесь есть. И все такие связь, и разные часовые пояса, и опять же, и зима есть в Исландии, там же, да, вот там снег. Вот, поэтому, может быть, из-за этого погода очень плохо работает. Мне кажется, да. Часовые пояса еще ладно, потому что вот если дефолт, да, вот как бы, то есть там Скандинавия и Италия, допустим, да. То еще как-то графика работает. А вот здесь все-таки есть свой климат, да, опять же, я говорю, своя погода, снег. В Исландии, как бы видите, он... графика не хочет нормально работать. Может быть, есть какой-то фикс на исправление этого всего. Но я не знаю, я вот не искал его. Там есть какой-то фикс, сразу же с погодой идет фикс на чистое, на небо какое-то там. Но я его подключал, но я не знаю, вот видите, оно не работает, значит. Алекс, привет. Михаил, привет. Хорошая дорожка, кстати, вам хочу сказать здесь. Не, слушайте, я же говорю, вот это вот новая территория, это может быть еще и дефолтная территория, потому что Германия, тут СКСовцы Германию очень хорошо уже перестроили. И вот если проехаться по дефолту, то очень хорошая территория там. Но она очень качественная. Блин, пока вы будете рожать здесь, может, проще объеду вас. Ну что такое? А, блин, мне сигнал не на той кнопке стоит, блин, еще. Стоять. Фермер, здорово, удачного стрима, лайкос в машине. Привет, спасибо. Кстати, у меня чуть-чуть окно приоткрыто. Ни хрена. Ну, я же говорю, это компьютер хорошее тепло издает. И здесь очень тепло. То есть на улице очень холодно. О, смотрите, Гамбург. А ведь видите, да, вот. То есть прикольно. Не, по-моему, про мод даже мультиплеер добавили. 2.46 вроде бы. То есть они... Его как-то
оптимизировали или что? Что вот в мультиплеере можно по промоцию ездить. Ну, это, по-моему, даже не... Ну, ты можешь... И это не обязательно прям. Не обязательно условие для игры в мультиплеере. То есть ты можешь по дефолту ездить. А понятное дело, что лучше по промоции кататься. Потому что промоция, ну, как бы, да, видим, какая карта. Но самая красивая карта вот именно... Вот именно, именно если сравнивать Запад. Если говорить про западную часть, да, Европы, то это самая красивая карта промоция. Понятное дело, что его нельзя сравнивать с Южным регионом, с Русмапом, потому что совершенно две разные карты, совершенно две разные атмосферы. Что в России, что, ну, как бы вы понимаете, что в Европе. Уровень жизни и так далее. Держитесь левее. Такие вещи нельзя сравнивать. Промоция, Южный регион, нельзя сравнивать эти карты. То есть, и что-то там говорить, что эта карта хорошая, это плохая. Здесь то есть, то нету. Вычисление нового маршрута. Очень прикольные маршрута. Такие туннельчики сделали здесь, конечно. То есть Русмап можно, например, сравнить с Южным регионом, да? Но там есть что сравнивать. Аж две российские карты. А Европу и Россию нельзя сравнивать. Тем более, когда, опять же... Вот Украину как построили, да? То есть, ну, в принципе, Украину очень хорошо промоц построил. Вот именно западную часть Украины очень хорошо построил. Я уж думал, что там, я не знаю, что будет. Там, ну, вы поняли, да? То есть... Там, понятное дело, разбитых дорог нет. Там где-то есть какой-то маленький кусочек, они что-то там порисовали. Но, опять же, очень все неплохо получилось. Очень качественно все. Прям как, знаете, прям как человек с Украины, словно. И учитывая то, что масштаб 1.19. Ну, конечно, браво, браво, браво. Жду, конечно, от промоции еще больше и больше. Хочется, конечно, чтобы они и до Киева добрались. Да я думаю, что... Но если у них человек появился, вот именно по постройке Украины, то я думаю, что вот они доберутся так до Киева. Ну, не в следующей прям версии, но через пару версий точно может быть. Возможно, вся Украина уже будет через несколько там версий, да. Опять же, на это время нужно. Года два, три точно. Держитесь, ну, даже и больше. Ну, учитывая то, что куда сейчас, скажем так, СКС шагнула в плане строительства. То, что раньше это все как-то делалось... Ну, как-то, знаете, сыровато, то есть как-то еще медленновато. То сейчас это, в принципе, все очень быстро все происходит, потому что есть уже соответствующие программы. Очень удобно сделали для строительства, опять же, эту карту, то есть и так далее. Но сейчас это все упрощено. Ну, тем более, когда уже у авторов рука набита, как бы они уже знают, что делать. То есть не первый человек, когда заходит, да, и не знает, что куда нажимать. Это так яркий пример на мне. Когда я впервые зашел в этот редактор картостроения, карту решил строить, вообще не знал, куда что нажимать надо. Вообще не понимал, как все работает там. Опять же, это ж очень сложно карты строить. Блин, вам не какая-нибудь там... Какая-то там строншолдовская версия. Про стратежку я говорю. Тяп-ляп и все. Не подскажешь физику? Физику и графику выше или ниже авто? Графику однозначно, физику. Физику выше, да. Физику выше ставить надо. Графика вообще выше всего, выше карт. Даже. А физика выше этих автомобилей. Мне очень понравилось, как сделали Запад. Мне тоже, да, что... То есть, да, Запад Украины очень хорошо сделали. Молодцы, конечно, ребята постарались. Ну, кстати, вот даже можно сейчас посмотреть, опять же, вот эту вот новую территорию в 2.5. Блин, наверное, карту я сейчас открыл, сейчас будет грузиться полчаса. Сейчас еще и вылетит. Я не думаю, что вылетит, потому что игрушка играет всего лишь-то полчаса максимум. Так, где-то, вот, смотрите. То есть, здесь вот идет дорога, получается. Ну, давай же ты, господи. На Русмап?
Но... Не, по-моему, Росмап уже можно подключать, но я его не подключал, потому что первое, когда промоц вышло, то не было еще фикса какого-то на соединение с карты Росмап. Я Росмап просто подсоединил, а здесь дороги просто не соединялись, и все. Вот. Ну и фишка в том, что у Мурманске есть свой и в промоц, и в Росмапе, кстати, в промодовский Мурманск, будем так называть, он, кстати, очень качественно выглядит. Намного лучше, чем в Русмапе. Намного лучше. Даже вот это вот Кандалакша, кстати говоря. Кстати, ребят, Кандалакша. Я не знаю, была ли она в промоц, но, слушайте, это, по-моему, да, это новый город в промоц. А это, кстати, только что заметил это все дело. И вот, видим, у нас тут... Дорога добавилась, что ли, да. Опять же, я вот на Украину сразу обратил внимание, я не смотрел сюда. Что, ну да, там что-то новое добавилось, там перестроили что-то, вот. Я не читал толком полностью. Я сразу увидел Украину, все. Я все внимание на Украину. Но в целом неплохо. Ну, посмотрим, что дальше будет. Посмотрим. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы хоть кто-то Украину целиком нормальную сделал. То, что там Roy Extended сделал карту Украины, то, ну, извините меня, как бы не обидеть авторов. Ну, я не... Говно просто, это все. Даже у меня карта красивее была. Ну, правда, она на старом канале, я ее строил. У меня даже территория, вот тут кусок территории красиво так обалденно выглядел, что взять всю эту карту целиком и сравнить с моим потом маленьким куском, где я гаражи, блин, ставил, двор какой-то пытался вырисовать, что-то там еще понакидывал. Но в итоге я забросил. Я забил просто и все. Да нафиг оно мне надо. Держитесь левее. Привет, я тоже купил Евротрак. Привет. Ну, вот посмотрите, ну как это ТС-ка лагает? Ну елки-палки, а, ё-моё. Я не знаю, ну что тебе надо? Слушай. Так, подожди. Ага, прямо. Компьютер. Или игра. Что тебе надо? Тебе хоть 10 RTX 2080 Ti впихни, а тебе пофиг будет. Ты все равно лагать будешь. Да я, блин. О, но здесь уже графика старая. О, не графика, а карта старая пошла, именно территория. Это, по-моему, уже Голландия, что ли. Время. Ну, это еще Германия. Ну, тут Голландия скоро уже должна быть. Посмотрите, блин, как у меня FPS где-то проседает. Еще гонил просто какой-то. Нижняя Саксония. Блин, да тут Держитесь ответ. правее. Давай, броня. Ну, гляньте, что происходит. Ну, это просто жесть какая-то. Ну, я, в принципе, уже не удивляюсь. Но все равно неприятно. На ровном месте. Кажись, что ты грузишь? Тут ничего нету. Ты с модами? Да, я с модами. Девятую как раз бы, десятую, ну, такие перескоки на три передачи. Межкоробка шестиступка. На передаче, потом вторая передача, это уже четвертая, третья уже шестая, ой, седьмая. Ну, чё, а, восьмая, по-моему. Хорошо, едем. А, лезут. Что-то на скамеечке меня обгоняет или что? Скамья у него, да? Да, это скамеечка. Какая-то у него 143 или что? Зеленые поля. А, ну здесь же Россия есть.
А, ну и не только, DLC Балтика еще есть. Точно. А, кстати, видите, регистрация не, ну, европейская, там я не вижу, какая страна точно. Не Россия. Да, ёлки-палки. Что такое? Чё оно не переходит? У меня здесь 12 передач всего лишь-то. А ты, ё-моё, я думал 16. А я думаю, чё оно не переходит? Смотрите, вообще ни в какую. Булка, привет. Ну здесь вообще территория ни о чем. Вот именно в этой местности. Так, 80. Дела, да нормально дела. А ты как? Владимир, привет. Ну что там везет такое? И понятно, и везет в своем прицепе. Так, что-то у нас скапливается трафик. Или это кажется мне? Не, вот надо кататься вот по Германии. Вот Германия, Польша. Вот там Бельгия, Франция, вот сам... Ой, куда я? Самая качественная в промоции, мне кажется. Потому что Голландию вообще что-то они не трогают. Почему они Голландию не строят, там, не развивают как-то? То есть какие-то развязки не строят, я не знаю, чего там. Но я безумно хочу поехать на территорию Антверпена, вот туда вот. В Бельгию. То есть вот туда вот, в те места. Потому что там реально куча развязок, куча... Ну, там реально интересная местность. Указатели стоят. Гронинген. А, так мы уже почти приехали. 70 километров показывают. Хотя... Ну да. Там еще городок такой небольшой. Гляньте, гляньте, как туннель забитый трафиком просто. Кстати, трафик у меня на четверочке стоит. Его до хрена как. Мы приближаемся к границе. Так, так, так. А что такое? Что произошло? Что? А что случилось? Тю, чё не встает? А что тут такое? На аварии. Чё, сломался, что ли? Нормально, слушайте. Ну куда ты? Ну это, конечно, перебор. Прям у меня, блин, ты чё? Ну тебе перестой там. Чё, заглох, что ли? Что он с ним сталось? Непонятно. Это что за территория? А, почему-то не показывает. Даниил, привет. О, видите?
туда еду. Сначала в Гронинген, а там посмотрим. Хотелось бы куда-то, ну, обратно в Германию, что ли, или куда-то чуть южнее поехать. Вот этой самой, как его, Голландии. Ну, туда, в сторону Франции, через Бельгию хотелось бы прокатиться. Вот. Ну, то есть по Германии хотелось бы прокататься, вот по Польше в основном, уделить внимание. Что-то сегодня мы в Голландию едем. Что за груз? Вода, бутилированная вода. 19 тонн, по-моему. Гляньте, какой там трафик идет, там плотно вообще, хоп-хоп, он без остановки идет. Я же говорю, это у нас на четверке трафик стоит. Я не знаю, что было бы у нас на десятке. Прям бы вообще капец бы творился. Прям вот так бы все в пробках было. Ну, понятное дело, бы такого не было. Гляньте, люди, там люди катались на великах. Ну, это, по-моему, еще давно было. Не, или нет? Ну, слушайте, на великах ездят. А Гронинген, по-моему, это не дефолтный город, это промодовский город. Если не ошибаюсь. Да, по-моему, это промодовский город. Ну, вообще, он просто исследован, и все. Ну, я вот только что исследовал. Вообще ничего не исследовано. Никаких дорог, ничего. Сейчас игра вылетит, по-моему. Ну, вылетит, смотрите. Боже, что ты зависаешь-то? Офигеть. Такое ощущение, будто у меня GT740. Я не знаю, блин. Затем поверните налево. Ну, то есть же просто ездить невозможно. Поставь десятку на минуту. Интересно, как выглядит. Десятка. Ну, тут, ты видишь, игрушка вообще лагает. Вообще... Жесть, тут, я не знаю, требования такие к этой игре. Надо минимум 10 RTX 3090, и то все равно лагать будет. Я не знаю, сколько оперативной памяти. Процессоров, блин, i9, там, самого последнего поколения, там, штук 10 поставить. И все равно ETS лагать будет. Я не могу понять, на зеленый или что? Хрена не могу понять. Теперь зеленый. Боже, а что такое? Поверните налево. Но светофоры здесь прикольные. Ничего не скажешь. Десяточку. Ну, сейчас пока десятку поставлю, весь трафик пропадет. Это надо где-то, я не знаю, где-то по автостраде ехать. Если я сейчас здесь десятку поставлю, я потом отсюда просто не выведу. Мне игра вылетит еще. Что так темно, когда от третьего лица едешь? Я не знаю, Данил, почему так. Темно. Опять же, может быть, из-за гра... О, видишь, теперь все нормально. Ну, вот посмотри, что происходит. Евротрак Симулятор 2. Ну. Ну тут елки-палки, ну. Это капец просто. Ну, посмотрите, как оно лагает. Оно просто жутко тормозит. Ну, давайте попробую трафик уменьшить. Дело все в нем, понятное дело. Хрен его знает. Что, комп слабый? Да. Ну, в принципе, я бы мог уже и приехать, забить на то... На тот красный, пока никого нет. Помню, как ты играл в танки. Я последний раз играл в них в марте. Мне тогда был боевой пропуск улучшенный, купил. Поиграл, вкачал эти СТшки советские. Потом что-то скучно стало вообще. Надоели эти танки, не хотел в них вообще играть. Я в них так играл, блин, а потом они мне просто надоели и все. Я на них просто забил и все.
Да нафиг вы мне надо. Держитесь правее. Скучно было играть в китанки. Приехали на выкладку. Чуть-чуть здесь ломать будет. Так, что тут у нас? Так, понятно. Не, какое, шо? Поздно для грузов. Надо ехать спать. Где тут можно поспать? Или просто время перемотать? Так будет быстрее, мне кажется. 8. Так. О, так надо карту посмотреть сейчас. Когда будешь искать грузы, посмотри грузы на Западную Украину. Не, на Украину я точно сегодня не поеду. Я не собираюсь стримить 3 часа. Оно они есть, но не в этом, наверное, городке. Так, а что я хотел? Там какой-то груз был. Вот сюда вроде бы, да? О, здесь я был. Там, где побольше развязок, там, где побольше местности такой нормальной. О, смотрите, какая территория, ни хрена себе. А, подождите, где это, но вот эта территория? В Испании, по-моему, да? О, смотрите, они же Испанию вроде бы тоже нормально так построили. Ну, вообще пипец просто полный. Посмотрите, это в Сарагосе, блин. Ёлки-палки. Вот это развязки, блин, конечно. Просто пипец. Вот здесь особенно, вообще, гляньте. Я помню, когда-то здесь проезжал, у меня так лагало, суд. Тут вообще просто пипец полный. И столько понастраивали. Гляньте, гляньте. Одни развязки, блин, ё-моё. В Сарагосе вообще, наверное, пипец полный. В Барселоне, гляньте, что только. Офигеть просто. Жесть. Вот это реально жесть. Кашицы. Ну, это я только что это проезжал. Кале. Вот, вот есть груз в Ужгород. Пожалуйста. Ну, кстати, 1500 километров. Ну, вот как раз вот. Если я до Ужгорода поеду сейчас, то, в принципе, можно не заканчивать. Ну, такое, конечно, через Польшу проезжать вот эту вот. Хотя промодовская Польша очень хорошо выглядит, по-моему, вроде как. Плюс-минус, конечно. Так, ну ладно, давайте что-нибудь возьмем и поедем уже куда-нибудь. В Бастию, что ли? Ох, ни хрена себе. Калай, Калай, Ирун, Баболица. Роттердам, Брюссель. В Брюссель можно было бы съездить, кстати говоря. Но больше здесь ничего такого нету. Да, не. Ну, хрен его знает. Ну, давайте в Брюссель поедем, что ли. Что делать? Через Амстердам, Роттердам. Так и быть. Так, куда ехать там? Ехать нам буквально рядышком. Все готово. Приятной поездки. Поверните направо. Thank you.
Приехали. Так. Ну, блин, как ты надоело. Ну что, давайте попробуем. Блин, как тяжело им крутить-то на такой местности. Упс, аккуратно. Чуть-чуть сюда. Пойдет. А, Игорь Милеш, привет, не подскажешь, у тебя мод стоит на экономику, или может есть какие моды, чтобы тяжелая экономика, когда сам на своей фуре ездишь? А, привет, нет, модов на экономику у меня нет никаких. Суровая Россия, вот там тебе экономика, да, там и хард, и там все на свете, там все по харду. Хорошей работы. Это в суровке разве что. Ну, есть моды, на экономику можно скачивать. Ну, оно такое. Ну, я их не проверял, конечно, но там вроде бы. Но опять же, если ты хочешь хард, тебе в суровую Россию. Вот, туда тебе надо. Там и игру, и там и расценочки хорошие, ну, как раз наши вот. Не то, что вот по дефолту, да. Ну что, забудемся и поехали. Ну тут до Брюсселя ехать ерунда. Это же Голландия и Бельгия, это же две маленькие страны. Поверните направо. Ай, блин, тут еще и попробую выехать. О, вроде бы можно. Ой-ой-ой-ой. Блин, с этим... С этими клавишами. Налево. Не, ну посмотрите, как оно, блин. У меня такое ощущение, будто Naturalux здесь вообще не работает. Поверните. Вот дефолтная графика и все. По-моему, да, так и есть, дефолтная графика, блин. Naturalux вроде бы стоит, она подключена, но она не работает. А хотелось бы. Графика-то очень хорошая. Дефолтная вообще никакая. То есть они как в 1.18 обновили, да, там был такой прогресс. Они перешли с этой серой графики на вот такую вот графику, да, там, когда Скандинавия вышла. Понятное дело, что они где-то в каких-то версиях где-то ее улучшили, там что-то подкрасили, но факт остается фактом. Ну, она ни о чем просто. Но ты менял в консоли экономику, типа там строчки. Не, я не менял. Не, я, Игорь, таким не занимался. Я не прописывал команды. Да блин, посмотри на мой бюджет. У меня 165 миллиардов. На меня 300 водителей работают. Там я уже ничего не почувствую. Это новый профиль надо создавать. Так, взвода. Что-то еще. Так, может, из-за графики мода лагает ETS. Понимаешь, ETS сама такая вот по себе игрушка. Вот я не знаю, как, почему. Вот видишь, там не важно, какой мод у тебя. Тут она все равно лагать будет. Куда
куда там компу лагать, что RTX 2060 супер. RTX 2060 супер. ETS 2. i5-9400F. 16 гигов оперативной памяти. Вот ты посмотри, вот просто ты глянь, что происходит. Я не знаю, как это объяснить. У меня такое постоянно. Я играл в GTA 5 настройки ультра. Короче, ну она, ну, GTA 5 и ETS 2. Где что больше всего требует? Понятное дело, GTA 5. Так там FPS, блин, у меня было, если я говорю, где-то около сотни с чем-то. Я стримил, в прямом эфире это все было. Вообще пофиг было. Там спецэффекты были, взрывы и так далее. Вообще пофиг было. ETS же наоборот. Нет ничего, никакого объекта нету. Голая трава, как бы, да, оно зависает конкретно и все, и капец просто происходит. Вот посмотри просто, что происходит. Что оно тут грузит, я не знаю. Может быть, ETS просто требовательный GTA 5, просто разработчики об этом просто не знают. Покажи снаружи Volvo. Сейчас покажу. Ты глянь просто. Это ездит просто нереально. Играя на ноуте, бывает тоже лаги. Есть у меня GTX. Да не. У тебя еще, ладно, еще у тебя может быть. Что, ну, GTX 1050 это уже не самая такая видюшка. Раньше, пару лет назад, может, она еще и была хорошей. Сейчас уже, ну, такое, знаешь, среднячок уже такое. Да не, на ноуте я вообще вот ETS-ку играть, да и вообще игры играть. Оно же греется, оно же, блин, и... Ну, не то все. Как я обожаю эту игру. Я ее просто обожаю. А что не спойлерами? С какими спойлерами? А, так а зачем они мне? Нет, а подожди, так я ж поставил там. Оно же стоит. Может быть не такой. Но другого не было. ETS-ка. Как же я тебя люблю, блин, а? Это за твои эти вылеты, за твои лаги. Ну. И, блин, и только народ подошел, 15 человек было. Сука, и игра вылетела. Курва. Поехали. Конченная игра. Не оптимизировано. Да, надо, но не оптимизировано. Куча моды, блин, куча модов. Валерий, привет. А посмотрите, какое небо, да? Просто гляньте на это небо. Какое оно вообще. А. Ну, я сейчас попробую трафик опять уменьшить. Двойку поставить. Привет, Николай. Спасибо. А ты, блин, опять я забыл. Да, ёлы-палы. 12 передач здесь.
Надо было эту шестиступку ставить. Ж движок-то хороший. Вытянул бы. Себе, блин. Сразу холодок какой пошел. Егор, привет. Говорю, как дела? Дела, да, нормально все. Я же говорю, с этой работой. А завтра у меня планы, я не знаю. Вот завтра у меня выходной, как бы, но у меня завтра планы, я не знаю. Вот завтра стрим будет, не будет. И видосы, я не знаю, как это все делать. Виноградик, привет. Как это все, ну, блин. Затем поверните направо. Не все и просто это совмещать дело с работой. Да и снимать-то нечего уже. Поверните направо. Просто тупо нечего снимать. Где его вообще нет? Держитесь правее, затем поверните направо. Попробуй отражение в зеркалах и графики, если сделать среднее либо низкое. Да ты что? В танки играть будешь? Нет, спасибо. Мне танков уже... Я не хочу в ту помойку играть. Ну, блин, извините, но оно так и есть. Раньше были танки нормальными еще. Вот. До тех пор, пока там артун не начали нерфить. Там вот эти вот оглушения появились и так далее. Вот, потом эти премии тоже... Короче, всю технику начали нерфить. Ну, самую такую нормальную квас взяли по ней, убрали просто, его уничтожили просто. Блин, такая техника была на 6 уровне. Они взяли его под люки и просто убрали. Вместо него КВ-85 поставили, который вообще ни о чем. Вообще ни о чем. А классика бедного на 5 уровень загнали. Вот раньше все было по-другому, а сейчас вот играть просто невозможно. Сделали какие-то там, блин. Там. Ну, я же говорю, только через донат. И все. Хочешь хорошо, хорошую эту статистику, хороший танк, хочешь иметь, покупай танки, все. Ну, либо качаться, но качаться просто это реально очень долго. Через донат просто. Ну, там разные плюхи сделали, что можно на халяву там и галдиш, ну как галдишка. И всякие разные ремки получать, всякие разные плюшки, потом их продавать. Ну, опять же, блин. Не знаю, блин. Я уже сколько, из 2013 года играю в танки. Последний раз я играл в марте в этом году. Держитесь левее. Ну, когда карантин наступил, делать-то нечего было. Думаю, ну, поиграю в танки, ладно. И что-то как-то ввязался опять. Что-то сидел. Потом что-то как-то скучно надоело, блин. Что-то вообще, блин, эти сливы, турбо-сливы, то турбо-победы. Вообще ничего не успеваешь сделать. Ни о чем просто. Не знаю. Виноградик, танки не будут такими, как раньше. Раньше там же еще и одни руководство поменялось, и были же нормальные люди, которые делали танки. Вот, а там подменяли все люди, там ушли, потому что там, делать то, что их заставляет, там, практически просто невозможно. Сколько там накатано? 20.
Ну, не всего лишь немного, 24 тысячи боев. То я играл, потом я год не играл, потом я опять вернулся, опять время играл, потом опять не играл, потом опять не играю, не играю. И, короче, такие вот качели у меня. Есть куча десяток у меня там, блин, стэшек куча. Тяжелой техники тоже. Немцы, французы, эти самые американцы, советы, блин. Что там еще? И даже есть это чешская стэшка ТВП. Даже арта есть 10 уровня, ГВЕшка, правда. То есть то, что там происходит, я же говорю, то да, блин, помню, стреляю, блин, освожусь, полное сведение, стреляю, снаряд куда-то прилетает мимо него, блин. Причем, понимаешь, полная такая сводка, хоть попади, хоть не пробитие, скажи. Вообще, вот стреляю, снаряд куда-то мимо него улетел, куда он улетел, и все. Просто капец. Так начинает бесить. Особенно, когда ты на пределе, блин. То есть ты сводишься, у тебя такая, хоп, снаряд просто улетает куда-то, непонятно куда. Сквозь него как будто. И ты начинаешь тебя вообще, просто вообще начинает так накрывать по-жёстко. А я ж, блин. Ну вот кто вот помнит, я стримил танки, вот кто, ну, кто помнит моменты. Помнит, как я там издавал рейк. Сейчас, блин, вот это оно зависает, капец, блин. Что ты делаешь, ёлки-палки. Ой, боже, боже, вы гляньте, что происходит с игрой. Че она зависает-то, блин? Ехать просто невозможно. Держитесь левее. То в текстуру куда-то снаряд улетает, то еще, блин, непонятное что. То ты, блин, стреляешь. Полная сводка, блин, ты стреляешь в танк, ну стреляет вообще непонятно куда. Тут ты стреляешь в жопу, там не пробитие, там рикошет какой-то, блин. Под наклоном, блин. Помню, на 268-м, короче, с наклоном. Ну, с горки я стою и снизу под там. Ну, 9 уровня еще было, я помню этот момент. Ну, когда еще было, несколько лет назад. Я стреляю такой, понял, так вот. Так, пш, он тут, и пш, все, как бы, готов. Держитесь, я ему стреляю такой, пш. Рикошет, блин. Я такой, бляха-муха, какой рикошет, блин. А тогда от этого все зависело. Ну, весь исход, скажем так, событий. Блин, я такой стреляю, такой, пш, рикошет, блин. Я такой просто за голову катаюсь, не мог понять, как так, блин, произошло. Как-то так, блин. В жопу паттону, блин, а с 268-го, блин, жопу рикошет, блин. Сверху, блин. И, блин, я как вспоминаю это. И в итоге паттон затащил. А там, блин, ну я бы его забрал бы и все. Он-то всех порвал. Капец просто. Ну я ему стреляю, он рикошет, блин, как вспомню, блин. Да не только у меня было такое. Что, блин, по ЛТшкам стреляю. Ну, это ЛТшки еще ладно, блин. Они там летят со всей, блин, со сверхскоростью, вот особенно эти колесники, блин. Летали, как помню, блин. Ты стреляешь, у них попасть просто невозможно, блин. Они вот так крутятся, вертятся, блин, туда-сюда, блин. Капец просто. Там чисто везение надо. Особенно если какой-то там фиолетовый начинает играть на колеснике, там все, там его практически нереально убить. Держитесь левее. Куда еду? В Брюссель. Промоц. Макс. Вечер добрый, хорошего стрима. Да, то, что испортили танки, это просто пипец. Да сейчас корабли тоже. Не, я в корабли не играю. Мне предлагали в корабли играть. War Thunder, еще что-то там. Я говорю, мне танков хватает, не хочу. Же, посмотрите, как оно подвисает. Ну это пипец просто какой-то. Знаете, что надо делать вот в таких случаях вот?
в СКС. Вот требования игры Euro Truck Simulator 2. Минимальное рекомендуемое. Минимальное, допустим, там, не знаю. Ну, давайте, допустим, рекомендуемое. То, что они там пишут, да. Но надо писать, если вы используете моды какие-то, там, карты, трафик и так далее. И тоже надо сразу писать. Ну, так и надо сразу писать. Минимум RTX 3090. Две штуки, желательно две штуки, а то вообще там вылеты будут капитально. Видите, у меня он вылетает на RTX 2060 Super. Капец, просто вылетает. Опять 9400F вообще не тянет просто игру, понимаете? Надо ставить две штуки RTX 3090, и то они должны писать. И то. Не исключено то, что вылеты будут. Вот. Потом же, опять же, вот этот материнский плат, и там где два процессора, да, опять же, вот эту материнскую плату с двумя этими процессорами, i9, самыми последними поколениями, в общем-то. Оперативной памяти минимум 64 гигабайта. А то, боже упаси. И они должны писать и то. Не факт, что работа будет стабильная. Ну, пожалуйста. Алекс Бродяга, тебе привет от Бродяги. Привет, Бродяга. Оу. Ну ты глянь, ну ты просто, блядь, ну на таких поворотах. Ну я не знаю, блин, ну как это комментировать, блин. Ну это просто пипец какой-то. Гляньте, что происходит. Он даже объекты не может грузить. Ё-моё. Держитесь левее. Держитесь правее. Так правее или левее? Определись уже. Правее. Да ё-моё, перестань, блин, ну что ты это делаешь? Ну гляньте, просто ездить невозможно. Стрим долго идет. Ну, час точно. Последний раз на этой территории, чтобы понимали, катал еще в 2014 или в 2013 году. В 14, по-моему, да. В 13-м я... Не, подождите, когда я подсел на Евротрак? А, в начале 2014 я подсел на это ESC. И потом же я на промоц подсел. Буквально через пару версий. Или там летом, что ли, я подсел на промоц. Весной, что-то там. По-моему, да, вот ближе к концу года на промоц подсел. Потом у меня комп не тянул уже его. Вы просто гляньте, даже на скорости вот еду, да, вот даже просто не обработать, я даже не знаю, как это объяснять, блин. Что тебе надо, блин? Оптимизация. Могут, блин, оптимизировать. Посмотрите, блин, ну ездишь просто невозможно. Держитесь вообще. Правее. Затем съезд справа. Съезд справа. Да ну его в баню, ребят. Это вонево просто какое-то. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Амирокс, привет.
Ого. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту направо. А тебе куда? Поверните направо. Что, ты тоже едешь туда? Ну, тут еще и движняк. Приготовьтесь к повороту направо. Здесь это просто дорога какая-то. Поверните направо. Мы прибыли. Бляха-муха. Ой, как просто тут. Наверное. Так, все. О, новый уровень. Так, ну что у нас? 8 часов. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Так, надо на карту посмотреть сейчас. Брюссель. Ну здесь, конечно, выбор уже и... Вот это я понимаю выбор. Смотрите, какой выбор огромный. Куда хочешь. Это все не то вообще. Цюрих. Манчестер, Быстрица. Колокол. Это не то все. Но опять же, не в Гамбург, а сюда нет. Ну, либо Кобленц, либо ничего. Ого. Да, понастраивали, блин. Еще попробую проехать туда. Если мы вот так вот будем ехать, потом сюда куда-то, потом сюда. И, в принципе, все. Развязок, конечно, здесь, блин, мама, не горюй. Ну, давайте возьмем, а что же делать? Что же делать нам? Я надеюсь, что в этой компании хоть загружаться будет надо. Угу, конечно. Все готово. Приятный. Размечтался. Ух ты, елки-палки, а. Ой, мама мия. Боже мой. Вячеслав, привет. Приготовьтесь к повороту
Поверните налево. Держитесь правее. Затем поверните направо. Ты отдельно добавил Ирландию в Остромен от промоц. Поверните направо. Оно все в промоц идет. Это все промоц. Это не я. Пожалуйста. Держитесь правее, затем съезд справа. Ой, ребят, все-таки я не хочу никуда ехать. Вообще нет настроения. Первый съезд. Сейчас съедьте. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Вы прибыли. Thank you.
сколько еще буду стримить? А хер его знает. Не знаю. Сколько ехать? 271 км. Честно, не хочется уже. Сколько тень? Все равно грузило, блин, нормально. Ну, блин, вообще. Ни о чем. Не знаю, ехать или не ехать. Ладно, что-то я не хочу никуда ехать. Что-то вообще настроения у меня нет. Извините. Что-то вообще я не знаю. Херня какая-то в последнее время со мной происходит. Не, давайте я поеду все-таки, таки быть уже. Поеду, чем рейс коротенький, блин, таки быть уже. А что мне делать? Хорошей работы. Что-то вообще в последнее время... Даже не знаю, вот. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту направо. Не светофоры, блин, меня бесит они. Светофоры эти, блин. Что в жизни светофоры, что, блин, в игре светофоры. Николай, привет. Ну ты глянь, ну ты, ну посмотри, что творится. О, нормально. На балконе. Спасибо. Хорошо. Так и быть. Уговорил. Привет, что я пропустил, Александр? Привет. Да ничего такого. Интересного. Через донат алертс, через донат пей. Это донат алертс, там, блин, пару платеж, там комиссия огромная, блин. Там 7%, блин, при выводе. Там капец просто. Да и мало этих, как бы, через что можно задонать. И в донат пей там и выбор хороший. А в донат алертс вообще ни о чем. Там, блин, пару платежек. А в донат пей там чуть ли не 10 или даже не 15. Что везу? А что я везу, кстати? Пустые палеты, по-моему. Да, пустые палеты. 22 тонны. Еще
какая-то провинция. Что за провинция? Льеж. Льежская область, типа, да. Или как она, провинция Льеж. У нас область бы назвали, да. А у них провинция. Провинция. Провинция — это область. Ну не надо, ну... Конченная игра. Конечно, ты тупая, блин, игра. Конечно, нет, недоделанная, блин. Ох. Я не знаю, как это комментировать. Второй раз вылет. На ровном месте. Ничего такого не было, вылетела игра. Второй раз. Что это такое с ней? Эй, надоел ты уже. Ну ладно, так и быть. Да не, ну куда? Даже ехать не хочется. Ну а где я приземлился хоть? Сейчас небось где-то под Брюсселем, блин. Какая же это тупая игра, боже, как она мне надоела. Чтобы вы знали. Ну, здрасте. Не, так не пойдет. Я до Льежа, он только что доехал. Не, ребят, я не поеду. Это точно. Все, хорош. Если где-то на трассе еще, то да. А так мне опять с этой фермы выезжать, я не хочу. Вообще настроения нет, что-то. Второй раз игра вылетела. Блин, это вообще парадокс просто. Ой, ладно, ребят, все, давайте тогда. Всем спасибо, кто посмотрел видос, мой стрим. Не пожалел своего времени. Потратил его на это. Все, ребят, давайте всем счастья, здоровья, удачи. И всем давайте пока. Не знаю, когда следующий стрим будет. Что-то вообще настроения сейчас нет. И... не знаю, вот видосы, может... Ладно, ребят, может отдохнуть мне надо все-таки, потому что что-то я устал уже. Что я устал немного этим ютубом заниматься. Что вообще, вообще нет никакого настроения, боевого даже нет. Нет никакого настроения на этот ютуб. Отдохнуть надо немного. Отдохнуть. Все, ребят, давайте всем счастья, удачи и всем пока.